Добрый день, дорогие друзья. Сегодня на обзоре у нас один из самых моих приоритетных прицепов. Это Belly Pegasus Grande. Модификация Brindisi, 2019 год. Британец, чистокровный, выполненный и изготовленный по технологии Belly AluTech. То есть без использования засверливания в каркас стен и стыковки стеновых панелей. Плюс это, на мой взгляд, один из самых прочных прицепов вообще, потому что можете загуглить YouTube и все такое прочее. Завод ставил Ford Mondeo Universal на крышу данного прицепа. Не конкретно этого, конечно, модификация Беллика, выполненного и изготовленного по такой технологии. И СИП-панели прессованы. Но здесь очень прочная конструкция и очень крутая комплектация в данных прицепах. Цепная головка Alco, обжимной компенсатор, тормоз накатного типа, Alco Traction Control. Безусловно, 13-пиновый разъем, безбагажная компоновка, панорамные окна в передней части прицепа, они все открываются, то есть проветривание возможно. Данный прицеп, конечно же, весь уже диодизированный, и что касается конкретного экземпляра, он доработан, по-моему, максимально. Тент-палатка, как на любом британце, может быть установлена с любой из сторон, можно поставить их две. Дополнена камерами кругового обзора данная модификация. Сзади, справа находится туалет Tedford T250 кассета. Это вот такая вот красная, точнее, с рыжими ручками и ножками кассета, отдельный бачок смыва. По правой стороне у нас слив серых вод находится. Оригинальные литые диски Belly. Газовый баллон расположен возле оси, поскольку это все-таки Bellic, и он не имеет багажной компоновки. Если вы не обратили внимания, вот, его здесь нет. Короткий подоконник и зона, отвечающая за газификацию, находится уже ближе к оси. Здесь у нас установлен композитный баллон Rogasco на 24,2 литра. Ничего переделывать не надо, все готово к эксплуатации. Топимся мы трумой комби 6. Есть у нас заливной бачок, есть коннектор для того, чтобы это все сделать переливным. То есть организовано следующим образом: бак для воды, насос подкачки, насос общий. Вот она, сама трума находится. То есть в данном прицепе есть возможность использования воды собственного бака и воды снаружи, который расположен коннектор. Ну, в данном случае это трума Ultra Flow Compact. Путем нехитрых вот этих манипуляций с кранами мы можем использовать либо наружную напрямую, либо через бак, закачивать в бак, закачивать самоходом. То есть сделано максимально грамотно и очень качественно. Так, что касается фасада. Фасад у нас без каких-либо технических и без окошек. То есть он сделан максимально прочным. Закладная для тента палатки есть. Вот она, в безупречном состоянии. Здесь у нас есть доступ. Ну, грубо говоря, мы смотрим на прицеп с другой стороны ящика. То есть есть один комплект кабелей подключения. Есть еще комплект. То есть здесь у нас помимо выходных всяких есть... Ну, зимняя резина к нему прилагается. Еще у нас всяческие кабеля. На прицепе установлена солнечная панель. Здесь есть свой аккумулятор. То есть прицеп, в принципе, автономен, как вы можете заметить. Никаких подключений сейчас внешних источников к нему нет. Хорошая солнечная панель, хороший аккумулятор, газовый баллон, и прицеп полноценно может быть использован. Планировка в данном караване, сейчас я максимально ножки вытру, потому что здесь коврики. Планировка в данном караване на самом деле очень крутая. То есть мы привыкли с вами видеть
диваны, стоящие друг напротив друга. Но в данном случае здесь есть вот такое решение. То есть это что-то между двух напротив друга стоящих и L-диваном. То есть очень большая зона. Хороший столик, не тумбочного типа, не быстрый столик. Вот хороший стол, хороший подход к нему. Поставьте стул и присядьте еще. Все это дело, все это дело трансформируется в спальное место. Прицеп достаточно широкий, и здесь уже у нас получается очень комфортная зона. Интегрированная кухня включает в себя 4-комфорочную газовую поверхность. Одна из комфорок электрическая, газовый гриль, газовая духовка, мойка из нержавеющей стали. Здесь у нас... Ух, я чуть не вытащил его. Здесь у нас выездной ящик. Они коротенькие, потому что сзади находится бокс для газовых баллонов. То есть вот он, откуда они, назовем так, украли местечко. То есть у нас здесь ничего не потерялось за счет отсутствия багажника. А здесь оно, в принципе, ничего не стесняет. Блок управления Трума. Напротив места для холодильника и телевизионная точка есть. То есть здесь у нас есть выход антенного кабеля, 220, микроволновая печь, холодильник Дометик, который работает от электричества, газа. И при наличии 13-пинового подключения он также работает от вашего тягача. Сам пульт абсолютно механический. То есть здесь у нас активация насоса помпы, здесь включение света наружного, внутреннего, и есть индикатор степени заряда собственного аккумулятора. Есть индикатор заполненности бака воды. Понятное дело, что сейчас все это уже ближе к зиме максимально опустошено. Посмотрите, какой шикарный проход. Прицеп широкий достаточно. Хорошие крепкие стены, диодное освещение, солнечная панель. Не помню, контроллер, по-моему, где-то в этих ящиках находится. Сейчас найдем. Да, вот он, контроллер Трума. Ну и плюс здесь лежит блоки, все, что касаемо, и монитор для слежения за тем, что находится вокруг прицепа. Максимально все четко подготовлено. Спальная комната с королевской кроватью. Сейчас нам кажется, что она очень короткая, она выезжает. То есть вот таким образом набирается матрас, изголовье откидывается, и уже получается полноценное спальное место. Оно ровно ложится, я просто для демонстрации. В светильниках есть USB-зарядочки, то есть даже если вы в гаджетах ложитесь спать, то зарядить их можно. С другой стороны мы с вами посмотрим канистра для серых вод. Здесь все есть. Есть организация отвода серой воды. Все есть в комплекте. Ну и по принципу шкафа купе не открывная, а вот такая сдвижная дверь для того, чтобы попасть в зону санузла. Тетфорд Т250 с электрической помпой смыва. Раковина для умывания. Большое широкое зеркало практически на всю ширину зоны санузла. Держатель для полотенца, для туалетной бумаги. Крючки для одежды. Ну и, конечно же, душевая кабина, выполненная полностью в пластике. Она сделана под мраморную крошечку. Леечка, диодное освещение, пластиковый поддон и дверь для того, чтобы ничего сюда не летело. Вообще, в данном прицепе применены технологии скрытых подсветок. Везде они есть по всему периметру. В прицепе достаточно комфортно, уютно и, наверное, максимально многофункционально. Итак, Belly Pegasus 2019 года выпуска в максимальной комплектации, в наличии. По адресу Псков, Николая Васильева, 82А. Стоимость данного прицепа будет указана в описании под роликом. Ну и сайт Авточоис Псков, где точная информация о наличии и ценах плюс. Вся эта информация дублируется в инстаграме Авточоис Псков.
Вас благодарю за просмотры. До новых обзоров и встречу нас на площадке.